Ну, погнали. Здесь все время прямо надо. Он прям присел, он уже знает, что будет, да? Повстанцы, пережить осаду, помочь повстанцам. Окей. А, это свои. Ой. Так, пока. Пока успею прокачать. Быстро, быстро. Быстрее. Успел. А. Кажется, у меня проблема. Ты откуда? Вон они там. Отдыхай. Так, чувачок умер, да? Где умер-то? Вон он. А! Я помогу тебе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Беги. Быстрее, проблема. Нихера себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Кажется, у меня очень сильные проблемы. Прыгай! Да прыгай, блин, зараза, ты гребаный дурак. Так, ай-яй-яй. Ладно, сейчас еще раз попробую. Практически. Так, надо использовать. Что у нас есть? Бинт? Вот эту штучку. Все. Бежим. Чё, погнали в бой. Я готов. Сказал чуваку, теперь мы идем вместе с ним в бой. Хера они там стреляют как. Вот ты зараза, давай. Охренеть он, ни хрена ты крутой какой. Yeah.
Да они все за мной бегают, охренеть. Давай, ах ты. Крутой, да? Завалили тебя. Блин, да ладно, я умер. Давай, давай, бейся, бейся, бейся. Чувак, а, успел, смотри, фига себе. Да прыгай ты, дятел, блин. Что за персонаж такой неудачный? Давай, один на один, давай. Промазал. Надо перезарядиться. Он все равно в любом случае попадает. Нихера себе. Завалил, наконец. Так, я один здесь. Есть. Это типа за меня? Помощь? Круто. Говори, чужак. Кому ты служишь? Ха. Полагаю, это правда. Я знаю твой народ. Ты факультек. Ты чужак. Пожалуй, и то, и другое. Факультек Форд нам помог. Только из-за него я говорю с тобой. Они пытаются выведать у Форда, как найти нас. Королева держит его в Зиккурате. Храм легко найти, но не Форда. Это Навун. Она была императорским стражем. Теперь возглавляет восстание против знати. На самом деле мы боремся с бессмертными прародителями знатных родов. Ведь знать обманули. Императрица дала им долгую жизнь и заставила пойти против нас. Эти рабы, калькеты, просто жертвы. Они выросли, веря, что служат бессмертным, что все предрешено. Но бессмертие — это ложь. Древо, что дает жизнь, мертво. Пусть и не все это знают. Много кругов. Около сотни ваших лет. Знать заточила его людей в пещере. Они убили всех. По крайней мере, так мы думали. Я нашла Форда вдали от пещеры. Вылечила... и помогла вернуться домой. Хотела бы я сейчас ему помочь. Но им нужна я. Форд это понимает. Да, он несколько раз возвращался и всегда помогал. Оружием и знаниями своего мира. Он сказал, что... Америка... много знает о восстаниях. Последний раз он приходил 20 кругов назад.
Сказал, что останется. Будет жить и сражаться вместе с нами. Я была рада. Но знать поймала его и забрала. Я была императорским стражем и вкусила плод жизни. Мне несколько сотен ваших лет. Хотя я ела плод очень давно, я все еще старею очень медленно. Это долгая история. Тебе правда интересно? Долгие годы императрица контролирует знать с помощью Тейн, древа жизни. Плод Тейн дает бессмертие. Но что древо мертво, знают лишь приближенные императрицы. Знать догадывается об этом. Но пока они получают вожделенные плоды из запасов, они не задают лишних вопросов. Я знала это. Презирала это. Но продолжала служить. Бессмертие. Это великий соблазн. Многие думают так же. Запасы сокращались. Знать жаловалась, а простые люди страдали. Я видела это. И ничего не сделала. Чтобы успокоить знать, императрица обвинила деревню Ксока в краже. Меня отправили казнить жителей. Они были невиновны. Семьи, дети. В тот день я ушла от императрицы. И с тех пор борюсь с ней. Удачи тебе, Пакультек. Очко таланта дали. Какой-то талант еще дали. Приоритеты. Так, ладно, это сейчас докачаем до 10. Чё, этого чувачка завалили, это хорошо. Все, больше ничего не лежит. Там выход. Или... Ага, мне значит туда надо будет идти. Сейчас еще здесь посмотрю, все ли я забрал. Вроде больше ничего не осталось. Чувачки у костра сидят. Все, погнали дальше.
Интересно, куда я сейчас выйду? А здесь что у нас? Нет, ничего. Понятно, что ничего не понятно. Выжженная поляна. Вчера вот так вы гостей, да, встречаете? Я пришел к вам в гости. Сразу палить по мне начали. Не добежал, споткнулся и упал. О, кто-то есть? Казалось. Что такое? Идол мести. Предмет. Кто там машет чем? Амулет мясника. Так, повышает скорость стрельбы, скорость перезарядки. Это не надо. Вот. Идол мести. Повышает урон в ближнем и дальнем бою на 50% при падении здоровья ниже отметки в 25. Метка ярости. Давай-ка его и мы оденем. Так. Каждые 10 секунд добавляет один эффект урона и исчезает один эффект защиты. Так, а чё я... Давай вот это оденем. И вот это. Все, погнали. Такс, а вот здесь, если я пойду. Тут типа два варианта, либо по верху, либо по низу идти. Ох ты, закидали сразу как меня. Оба. И там как прыгает, блин. Допрыгался, ёлки-палки.
Так, а это чё, кто такой, чё за дракон, блин? Непонятный. Кто-то где-то бежит. Так, я не знаю. Вот он. Да ты чё? Нифига себе какой. Нелегко было. Это точно. Отлично, все собрал. Можно идти дальше. Так, кто-то рядом. Дракоша ползет, дракоша Тоша. Сколько их там? Здесь у нас нет ничего. Понятно. Отдыхаем, ребята, отдыхаем. Завалил я вас в неравном бою. Так, здесь типа прямо можно или направо. Пойдем на, наверное, прямо. Так, заиграл музон какой-то. Сейчас, наверное, что-то будет. Какая-то битва. Или нет? Все. Критический удар, что ли, был, 655. Походу. Своего же попали, ребят, вы чё? Ну же, ну!
А, не все там. Так. Что-то там светится, что-то я забыл взять. Оцинкованное железо. Что у нас здесь, а? Какие-то ходы непонятные. Ты кто такой? Носорог какой-то. Непонятный. Справился. В общем, я прибежал к какому-то непонятному носорогу. О, это хорошо, что есть контрольная точка. Так, надо обыскать здесь сразу. Денег у меня практически 9000. Это круто. Здравствуй. Надо с этим Привет, чувачком тебя. Пообщаться. Само собой. Нужно ага. еще что? Только лучше. Кольцо адмирала. Повышает получаемый урон на 300. Да нафиг надо. Что за эфирный шар? Купим, чтоб был. Вещички. Береги себя. Вестник снова здесь. Удалось добыть для меня корни.
Это поможет тебе в пути. Симулятор надо. Понял. До встречи. Что? А, ну ладно. Взрывной выстрел. Каменный молот. Урон 50. Давай купим. Ага, иди уже. Иди уже. Так. Эй, бродяга, обращайся. Еще что нужно? Конечно. Так, дробаш, прокачаем дробаш. До встречи. А, рад тебя видеть. А, давай поглядим. Ага, все, денег нет. Ну ладно. До встречи. Тут еще полно корней. Но благодаря вам у нас есть выход.